Лайв-студія наразі продовжує свою роботу. За кілька хвилин на вас очікує ефір Олени Гротарі, який буде присвячений головній темі сьогодення. Чи готова Одеса, чи готове наше місто до боротьби із коронавірусом? Ну, а зараз до такої теми. У непростий час доводиться переналаштовуватися усім, у тому числі представникам бізнес-спільноти. Як перекваліфіковується малий та середній бізнес і чим допомагає під час карантину? Більше про це будемо говорити разом із головною редакторкою 7-го телеканалу. Я рада вітати Анну Кравцову. Вітаю. Отже, розкажи, будь ласка, знаю, що є ті підприємці, які змогли переналаштуватися і своє підприємство, і при цьому долучаються різні сфери, як, наприклад, кулінарні майстер-шефи, так і дизайнери, так і інші. Розкажіть, будь ласка, які саме підприємці долучилися до доброї, можна сказати, справи і яким чином допомагають під час карантину? Сейчас, пока наше государство во главе с президентом пытается разработать программы, насколько я знаю, которые помогут сейчас выжить малому и среднему бизнесу, и будут некие льготы для людей, которые остались, конечно, в состоянии тревоги, паники и кризисных финансовых моментов. Все равно, несмотря на то, что так происходит, мы сейчас особо пристальное внимание должны обратить внимание на этих светлых людей, которых сейчас видно в темные времена. И вот есть фантастические примеры. Я просто горжусь, что я живу в эпоху рядом с такими людьми. Например, есть дизайнер Иван Фролов. Кто не знает, это один из самых популярных дизайнеров по версии любого украинского модного глянца 2019 года. Например, у него есть костюмы для первой леди, весь эшелон звезд он создавал свои наряды, многие шоу как бы создавал, за границей популярен. Так вот сейчас его производство полностью заточено на изготовление медицинских халатов. Так, мы бачимо це на экране. Они официально всей командой покинули карантин. Конечно, они используют методы безопасности и отшивают эти костюмы. Потом есть замечательный украинский дизайнерский бренд Шур-Шур. Они занимаются изготовлением чулков. С одной стороны, мы понимаем, что чулки и женские колготы — это очень нишевая такая аудитория, и понимали, что единица их в любом случае затратная. И до карантина ребятам явно было тяжеловато, но сейчас, приобретая пару этих чулков, вы фактически приобретаете 10 медицинских костюмов. То есть, конечно, эти истории поражают. Если говорить об одесситах, недавно Инстаграм просто взорвала соцсеть, была взорвана куча комментов, куча репостов поста Екатерины Яблонской, которая является успешным кондитером, участницей популярных кулинарных шоу, но Катя призналась, что она не справляется. И было, если честно, приятно слышать, что есть смелость и мужество у женщины заявить о том, что аренда ее кондитерской стоит 2000 долларов, зарплатный фонд ее предприятия составляет 100 тысяч гривен, и она сейчас с двумя дочками с 7 утра до 21.00, пока ее не закрыли, и она имеет право выдавать свой продукт на доставку, работает. Более того, она снизила потребительские цены и изменила подход к кондитерке. То есть она продает десерт из детства, который очень популярен и очень доступен. В приличной беседе я вообще знаю, что Катя после карантина будет пытаться сократить и минимизировать расходы десерта, чтобы эти десерты были доступными. И, конечно, мне кажется, таких представителей малого и среднего бизнеса нужно очень сейчас хвалить, в том числе СМИ, и поддерживать. Кто может что-то купить сейчас, хотя времена сейчас очень тяжелые, у всех есть потребительские кредиты, у всех есть ипотеки, какие-то долги личного характера, но кто может, мне кажется, должны поддерживать этих светлых людей. И в данном моменте я бы хотела, чтобы мы не забывали, конечно, о крупном бизнесе, который просто поразил и удивил, как наши бизнесмены, мне это немножко напомнило 2014 год, объединились и очень приятно, что сейчас социально ответственные бизнесмены являются и меценатами собственному бизнесу. Ведь те, кто крупные бизнесмены, удержат рабочие места, это фактически сейчас меценатство. То есть мы понимаем, что есть ряд профессий, которые трудно удерживать, работая на карантине. И при этом они удерживают. Я рада, что работаю в такой же компании. И очень приятно, что из соцсетей
В посте Андрея Ставницера я узнала, что инвестор 7-го канала Аднан Киван и его семья присоединились к борьбе с пандемией и подарили медицинскую технику, какую именно, я думаю, вы увидите в эфире нашего канала, зрители. Но мне было приятно. Это такой тонкий, интеллигентный момент, когда инвестор не звонит или его пиар-служба, которой нет. Не хайпит, не пытается распиарить эту ситуацию, а ты просто видишь это прям вот в твоей жизни онлайн. Это приятно, и я готова поблагодарить от имени всего 7-го канала, что действительно происходит так. И хочу, опять же, призвать все СМИ. Я знаю, что многим СМИ сейчас тяжело, и тоже идут сокращения. Все-таки благодарить, хвалить и постоянно показывать добрых людей, которые в эти темные времена стараются выстоять. І помочь всім нам. Тому що карантин рано чи пізно, але скінчиться, і при цьому запам'ятають найкращих. Тих, що підставив плече так під час скрутних часів, тих, хто не думав про власну вигоду, так і навіть працював собі на збиток, витрачаючи свої кошти, але працював на майбутнє, принаймні, міста і містян. Понимаете, вот, Світлана, що я хотіла би сказати, що... Есть такое поверье и бытует такое мнение, что добро нужно делать тихо. И даже бизнесмены и малого, и среднего, и крупного бизнеса иногда стесняются говорить о своих словах. Потому что, понятное дело, у всех есть недоброжелатели, и может вызвать бурю негатива, что это хайп или пиар. Но я считаю, что тут как раз миссия на СМИ и на добрых людях. Мы с первого дня, когда создавался 7-й канал, у нас был простой постулат – хвалить все хорошее, ругать все плохое. Вот он остается сейчас просто светочем в этой тьме. Нужно действительно хвалить все хорошее. Каждого маленького бизнесменчика, который дал кому-то рабочее место, кто пытается выдержать, каждую семью. И, конечно, 7-й канал не может оставаться в стороне. У нас возникла идея с редакционным советом выступить неким информационным хабом между тремя сторонами. Это волонтеры, люди, которые оказались в беде, а сейчас таких много, кому нужны продукты, лекарства, и врачи. Знаю, что через несколько минут начнется шокирующий эфир, в котором прозвучат признания. Я говорю, у меня мурашки по коже, потому что они великие люди, врачи, что они не готовы. И они имеют право об этом говорить. И мы должны все сейчас помочь и консолидироваться. На 7-м канале будет открыта горячая социальная линия, по которой человек может оставить заявку. Возможно, что-то происходит с каким-то чиновником, кто-то не принимает коммуналку, возможно, нужны продукты и прочее. Мы будем сортировать эти заявки, передавать волонтерам и обязательно помогать настолько, сколько мы можем. На данный момент мы работаем 7 дней в неделю, и если так все продолжится, будем работать еще усиленнее, еще тщательнее. Сейчас очень важно освещать многие темы, в том числе и не замалчивать варианты с врачами. Мы недолго сомневались, мы всегда несем правдивую информацию в массы, стараемся. Но тут такой момент, что откровенные речи врачей, что мы не готовы к этой пандемии, они сеют панику и тревогу. Mm-hmm. Но тут нужно подумать, что нужно все устранить. И если ты можешь остаться дома, нужно оставаться дома и никого не поддавать на безпеці, так? На безпеці. Да, вы правы. И знаете, как есть такая притча о том, что ложь украла у правды красивое платье. И теперь по миру ходит правда, голая, обнаженная, и иногда неприятно на нее смотреть. А ложь вся такая разнаряженная. Я обожаю эту притчу. И я вам хочу сказать, что иногда правде действительно неприятно смотреть в глаза. И, возможно, многим будет больно и страшно слышать наш следующий эфир, но наша миссия в данной ситуации в том, чтобы освещать все максимально правдиво, не множить фейки, развенчать их и помогать людям. А мені згадується таке прислів'я, що рятуючи одне життя, допомагаючи одній людині, ти рятуєш увесь всесвіт. Це дійсно так і дуже влучно сказано. Я дякую вам за важливу інформацію. Зараз хочу передати слово ведучій того самого ефіру із медиками. Чи готова наша Одеса до боротьби з коронавірусом? Буде обговорювати у основній студії Олена Ротарі. Я тебе вітаю. Скажи, будь ласка, хто саме до тебе завітає вже за кілька хвилин? Дело в том, что мы действительно договаривались с врачами. Это три сотрудника областного клинического центра, бывшей больницы Водников, которые сегодня заявили о том, что их больница не готова принимать инфицированных. Но, к сожалению,
сотрудники этого центра не смогут прийти к нам в эфир, и у меня в гостях будет Ольга Баклажанко, журналист, но мы обязательно во время эфира покажем и видео врачей, и свяжемся с главным врачом, он ждет уже нашего эфира, и обязательно расскажем, какая ситуация в Одессе сегодня происходит в медучреждениях. Дякую, тож чекаємо на твій ефір.